Вторая часть нашего пятого заключительного занятия. И мы с вами сейчас говорим про не менее важную тему. Это тема опорно-двигательного аппарата. Очень две важные темы. И на самом деле, вот очень мои две любимые темы. Пищеварение и опорно-двигательный аппарат. Почему? Потому что для меня они на уровне энергии и эмоций про одно и то же потому что заболевание опорно-двигательного аппарата это тоже своего рода отсутствие гибкости к новым возможностям, да? сопротивление новым возможностям по жизни, нежелание идти вперед, что-то менять в своей жизни, да? вот некая заключенность в своей зоне комфорта, да, а вот то, что новое выходит, я вот я не готов, я не хочу. И вот такое состояние, оно очень часто дает скованность к мышцам, в суставах, в костях. Ну, поговорим об этом сейчас в разделе про психоэмоциональное воздействие этой смеси. Вот такой маленький 5-миллиграммовой смеси, глубокая синева, деблю, но которая при этом просто сногсшибательно работает на уровне энергии и психоэмоционального состояния и на уровне влияния на вашу костно-мышечную систему. Что такое костно-мышечная система? Это система, которая дает человеку способность двигаться, используя его мышечную и костную систему. Костно-мышечная система у нас состоит из костей скелета, мышц, хрящей, сухожилий, связок, суставов, соединительной ткани. Ну, то есть такая некая сама по себе отдельная опорно-двигательная система, она ну, Представляет собой огромную такую систему, где все очень тонко взаимосвязано. И на уровне эмоций, кстати, да, наши эмоции, соответственно, тоже влияют на, на нашу, нашу способность двигаться легко по жизни, да, когда нам позвоночник, опорно-двигательный аппарат, позволяет легко идти по своим планам, потому что сколько людей в жизни есть, которые которые не могут этого делать в силу каких-то заболеваний. И основные функции опорно-двигательного аппарата – это опорная двиг... функция, защитная, двигательная, рессорная, кровотворная, метаболическая. И это поддержка тела и защита жизненно важных органов. А скелетная часть системы служит основной системой хранения кальция и фосфора и содержит важные компоненты системы кроветворения. Ну и также, как мы с вами говорили в первой части про пищеварение, да, где я рассказывала о том, что сбой в пищеварительной системе это сейчас ну, ведущая проблема, во всем мире. И то же самое сбой в опорно-двигательном аппарате это тоже ведущая проблема всего мира, потому что, наверное, нет человека, у которых бы... Причем в самом молодом и уже даже маленьком возрасте да, люмбага, ишиазы, ишиасы, то есть невозможность двигаться, кости, хрящи, артриты, ревматизмы, сколиоз, остеохондроз. Ну, то есть все это буквально уже с самого раннего возраста. Причем у детей, конечно, это э, связано еще и с, неправильной, э, с неправильным э, с, ну, с неправильным образом жизни, да? отсутствие отсутствие бега, отсутствие физических занятий, активности, отсутствие, то есть плохая эргономика, да, неудобный стол, неудобный стул, вот постоянно вот это вот сидение, да, за компьютерами, причем уже самые мал... в маленьком возрасте дети, я замечаю, как они в кафе сидят с родителями, и они вот так вот буквально, да, свой ну, телефон, там что-то они играют, то есть у них уже зрение в этом возрасте плохое, да, плюс вот эта вот вся часть, которую у них получается в напряжении, а, ну вот такая, такое, такая ситуация, и выход из этого есть, я, когда клиенты ко мне приходят и говорят, и я спрашиваю, понятно, там есть энергетические, психоэмоциональные проблемы стресса, да, но первый вопрос, который я задаю, а вы делаете хотя бы как минимум 10 тысяч шагов на воздухе, а вы занимаетесь спортом? Практически 90%, 95% моих клиентов говорят, что нет. Ну, то есть, у них э, образ жизни: это э, утром встали, поехали на работу, вернулись с работы, все это на машине, компьютер, и практически отсутствие кислорода, отсутствие движения э, вот это все влияет на, 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 не только на наш опорно-двигательный аппарат, но и в целом на всю нашу жизнь. Ну и плюс добавьте туда питание, отсутствие правильного питания, э, стрессы какие-то эмоциональные стрессы, вот вам и проблемы, скажем так, запущенного характера. Поэтому во всем мире сейчас, когда мы уже перешли в 2020 году на онлайн обучение, на онлайн-работу, уже во всем мире, включая меня, мы проводим разного рода такие вот корпоративные корпоративные программы, когда мы говорим, показываем людям, как можно, даже работая онлайн, из дома, неважно, из офиса, правильно организовать свое рабочее место, делать легкую разминку, растяжку, даже йогу за столом, за компьютером. Даже работая, вы можете да, одновременно делать какую-то разминку, окружить себя зелеными растениями ароматерапии, поставить на ваш стол диффузор с ароматами, поставить, например, удобный стул, да, удобное кресло, периодически хотя бы каждые там полчаса, час вставать и делать легкую разминку, слушать приятную музыку, насколько это позволяет ваша работа, и, конечно же, следить за вашим питанием, пить не кофе с утра, а все-таки чистую, фильтрованную, хорошую, вкусную воду, и, ну, то есть по максимуму по максимуму заботиться о себе. И вот я вижу комментарий, да, мы на улице бегали больше, а сейчас с телефонами дети сидят, да. Но когда мне говорят про детей, я всегда родителям говорю, посмотрите на себя, я говорю, вы детей ругаете, а вы, а чем вы лучше? Вы тоже целый день сидите за телефоном, поэтому, а дети, то есть мы не можем детям что-то сказать, потому что мы практически родители такие же. И вот эта смесь, она, вот, вот смотрите, мы с вами в, в разделе ⁇ Даджет Зен ⁇ говорили о том, что прежде чем эту смесь впустить в свою жизнь, мы должны удалить из своей жизни, из своего тела. Ненужное. То же самое с опорно-двигательным аппаратом. Прежде чем эту смесь начать использовать, за исключением тех случаев, когда у нас какие-то там ссадины, порезы, артрит, ревматозные, там артрит, упали, э, растянули мышцу, да, во всех остальных случаях, особенно в профилакти профилактике заболевания опорно-двигательного аппарата, постарайтесь сначала в вашей жизни убрать что-то ненужное, что мешает вам двигаться, добавить в вашу жизнь, в вашу, в ваш рацион нужное, например, добавить 10 тысяч шагов, добавить кислород, добавить вот все то, что сейчас я озвучила вам про рабочий стол, про домашнее пространство, и потом уже внедрять энергию этой смеси масел, которые находятся в составе этой смеси, для того, чтобы она уже делала свою, скажем так, я люблю говорить про энергии, энергетическую работу, да, как бы залатывала вот эти вот ваши, скажем так, дыры, потому что эта смесь, она еще очень, она, не только устраняет, утоляет боль физического характера, но она еще и утоляет боль эмоциональную, душевную. Я вам сейчас про это расскажу. В состав этой смеси входят в масла грушанки, камфоры, мяты перечные, голубой пижмы ромашки немецкой, иланг ланг, бессмертника и османтуса. Мы с вами поговорим сейчас про каждый из этих масел по отдельности. Но в целом это масло вообще хорошо использовать и иметь на вашем рабочем столе, в офисе, потому, ну и, может быть, вы из дома работаете, тогда в кабинете, потому что его хорошо использовать в качестве успокаивающего массажа после долгого рабочего дня или же если вы долго находитесь за рулем. Буквально вот Просто можно э, разбавить это масло с кокосовым маслом и вот так вот втирать вашу шею. Вот, вот это ну, обычно вот эта больная такая зона у многих людей. В целом эта смесь успокаивающая, охлаждающая, идеально для успокаивающего массажа, и аромат у нее мятный и комфортный. Очень приятный. Эту смесь категорически нельзя. И не нужно принимать внутрь. Ее мы используем только для наружного применения, предварительно разбавив с кокосовым маслом. После долгих часов за компьютером наносите эту смесь в разбавленном состоянии на ваши пальчики. Можете вот там сделать ингаляцию, повдыхать эту смесь и дальше уже наносить на ту зону, которая вам, для вас дискомфортна. В целом эта смесь может можно использовать для избавления от дискомфорта, снятия боли при мышечных травмах, растяжениях во время занятий спортом. Можно наносить эту смесь до занятий спорта, спортом и после занятий спортом. Облегчает боль от артрита, артроза, заболеваний суставов. Способствует эластичности и гибкости мышц и суставов и оказывает более утоляющее, противовоспалительное успокаивающее и релаксирующее действие. Диблю улучшает кровообращение и лимфодренаж, и э, можно с этой смесью делать легкий массаж, э, разбавив 2-4 капли смеси с базовым маслом. Такой массаж поддержит здоровый метаболизм мышечной ткани, ускорит выздоровление после травм мышц, связок и сухожилий, снимет боль в мышцах и суставах и также помогает при а, судорогах. А также эту смесь можно наносить на виски, если у вас головная боль. Ну или сзади, сзади также массировать шею, верхнюю часть позвоночника, если у вас головные боли, мигрени, предварительно разбавив это, эту смесь. Ну и самое первое масло, которое я хочу озвучить, это грушанка Winter которая у нас как растение произрастает в Непале, обладает очень приятным, сладким, мятным, освежающим ароматом, и масло добывается из листьев растения. Это, растение, это масло тоже используется при наружном применении и обладает очень сильным успокаивающим и гармонизирующим действием. Оно в компании Дотера продается как мономасло, и благодаря ингредиенту метилсолицитату, это масло обладает сильными успокаивающими свойствами, которые используются в кремах и массажных смесях. И грушанка, и береза являются единственными растениями в мире, которые содержат натуральный витилсолицитат. Массаж с этим маслом оказывает согревающее действие на кожу, отлично подходит для успокаивающего массажа. Ее можно добавлять к грушанку в ванну для успокоения, ну или в диффузор для также гармонизации состояния, поднятия настроения, э, э, стимуляции и бодрости. То есть вот такое вот очень приятное, приятное масло, и я советую на него обратить внимание в качестве мономасла, чтобы оно было у вас в доме. Так, э, лавр. Так, она у нас камфора. Значит, камфора у нас произрастает в Японии, Китае, Индонезии. Соответственно, запах камфоры масла вы все знаете, да, еще с нашего детства. Основное действие масла камфоры это антисептическое, местно раздражающее, анальгизирующее и противовоспалительное. И его используют в составах смеси Деблю для наружного применения при болях в суставах и мышцах. Масло-мяты тоже входит в состав этой смеси, и отдельно мы говорили, кажется, в третьем занятии про это масло, очень подробно, целый час. Поэтому я буквально быстренько пройдусь по основным свойствам. Но мы знаем масло мята, основные ее свойства это антибактериальное, противовирусное, антисептическое, более утоляющее. То есть благодаря в составе мяты ментолу это масло обладает очень сильным спазмолитическим действием и его можно использовать ингаляционно, э, принимать внутрь, да, оно убирает спазмы при расстройстве желудка, если у вас мигрени, головная боль, можно использовать для массажа, но и разбавлять для чувствительной кожи. И лангуланг, -э еще одно масло, которое используется в составе смеси Деблю, вообще удивительно, да, это масло, которое является маслом гармонизирующим эмоциональное состояние. И по совместительству это еще и сильный афродизиак. Илангеланг в переводе с тагальского означает цветок цве цветов. У него очень своеобразный сладкий пряный аромат. И это масло производится из цветков илангелан. И почему это масло добавили в эту смесь? Да, потому что нам важно было в этой смеси не только устранить боль опорно-двигательного аппарата, но и одновременно убрать какую-то внутреннюю эмоциональную боль и сгармонизировать эмоциональное состояние человека. Да, то есть вот сейчас я, когда буду говорить про энергию этой смеси, я вам как раз-таки об этом расскажу. То есть в составе этой смеси и ланг ланг гармонизирует наше состояние психоэмоциональное. То есть это то, как раз-таки за что и отвечает одновременно э, смесь деблю. Э, вот. вот это вот очень важно знать. Но в целом иланг-иланг, -э вы знаете, что это масло, которое очень хорошо используется для тонуса, тургора кожи нашего лица, для омоложения для ухода за волосами, в качестве афродизиака и натурального парфюма. Ну, то есть это очень-очень шикарное такое женское масло, пробуждающее нежность, тепло, силу, интуицию, счастливые эмоции, повышает и поддерживает антиоксидантный потенциал организма, гармонизирует настроение. То есть подходит людям, которые постоянно находятся в раздражении, в депрессии, в апатии обладает антисептическим действием, спазмолитик, природный антидепрессант и считается, что также улучшает потенцию. Бессмертник. Очень ценное, дорогое масло, оно тоже у нас в компании как мономасло, представлено по флакончике 5 мг. И название «бессмертник» произошло от греческих слов «гелиос солнца» и «хрисос золота». Это травянистый медовый а, аромат, и производится это масло из цветков. Основное действие а, этого масла это улучшение внешнего вида кожи, улучшение обмена веществ. Это антибактериальные свойства, противовирусные, антикоагулянтные, антиоксидантные. Это спазмолитик, обладает отхаркивающим, муколитическим действием, усиливает защиту от простудных заболеваний, гепатопротектор и поддерживает здоровый метаболизм. И его можно использовать как ингаляционный метод для защиты от простудных заболеваний, как внутреннее применение для улучшения лимфодренажа, детокса, наружное применение, особенно в косметологии, для подтяжки, омоложения кожи лица, для предупреждения морщин, для снятия напряжения с мышц с кожи нашего лица, успокаивающего эффекта. И следующее масло это блютансы, это пижма голубая. Это растение у нас произ, произрастает в Марокко, а само масло производится из цветков, листьев и стеблей и обладает фруктовым, нежным, бальзамическим, очень приятным ароматом. Помогает бороться с дефектами кожи, поднимает настроение и успокаивает нашу кожу. И это масло можно использовать в качестве ингаляционного способа для поднятия настроения, создания приятной атмосферы, для наружного применения, если необходимо убрать дефекты кожи, снять раздражение, а также расслабить мышцы. Да, для этого можно сделать массаж после напряженного рабочего дня или усиленной тренировки. И голубая ромашка, которая, ну, вы знаете, что у нас ромашка сама по себе, как растение, как цветки, обладает очень сильным успокоительным э, свойством, и ее можно даже как в качестве чая принимать, например, на ночь для успокоения и хорошего сна. Ромашка у нас растет в основном в Египте, да, и масло ромашки у нас добывается из цветков. Основное действие ромашки – это успокоительное, это регенерирующее, антистрессовое действие, спазмолитическое, обезболивающее, бактерия статическая, На самом деле у ромашки очень много великолепных свойств, как у мономасла, и при наружном применении это масло используется для снятия болевых симптомов мышц, при растяжениях, а также в смесях для массажа, для обезболивающего и спазмолитического действия. В косметологии это масло обладает генерирующим действием. Асмантус. Асмантус тоже одно из ценнейших масел, которое обладает плодово-цветочным сладким ароматом и производится из цвет цветов. Это действие оказывает это масло оказывает противовоспалительное, регенерирующее, регулирующее и иммуностимулирующее действие на самые клетки кожи, борется с раздражением и пересушиванием кожи, воздействует на гармонизацию наших эмоций, настроений, считается, что усиливает потенцию. В косметологии оказывает хорошее воздействие на кожу, обладает регенерирующим, противовоспалительным, иммуностимулирующим эффектом но и используется также во многих качественных духах. И вот, наконец-таки, мы с вами перешли, разберем сейчас энергетические психоэмоциональные свойства этой смеси. Благодаря тем эфирным маслам, которые входят в состав этой смеси, эта смесь обладает очень сильными очень сильным действием на наше психоэмоциональное состояние, да, когда у нас внутри собралось и скопилось очень много боли, и ее настолько много, что ну, вот, то есть она, она прям вот сидит да, на уровне грудной клетки, нашего сердца, и мы никак не можем эту боль отпустить. И э, Деблю помогает людям как раз-таки помочь себе и позволить себе, наконец-таки, в своей жизни, в своем теле эту боль отпустить. Потому что для многих людей почему-то, знаете, вот они, кстати, и тяжело расстаются с какими-то вещами в своей жизни, старыми, расколотыми, поломанными. И вот также со старыми обидами, эмоциями, они тоже очень тяжело отпускают это все из своей жизни. И вот любая боль физическая, например, упали, растянули связку, болит что-то в теле, всегда за этой физической болью скрывается какая-то эмоция, которую нужно отпустить, да? куда нужно посмотреть, вот что я там не могу отпустить в своей жизни. И это порой самому очень трудно сделать. Здесь нужна или, конечно, помощь специалиста, или же с помощью смеси деблю, потому что она придает вам силы и ресурс разбинтовать и вскрыть ваши эмоциональные раны, чтобы они вскрылись и начали зарастать и трансформироваться в новое позитивное. И эта смесь также учит человека не отождествлять себя с болезнью, которая возникла, или с болью, а быть наблюдателем. То есть вот даже ко когда ко мне люди приходят, там, пациента клиента да, с какими-то трудными заболеваниями Я всегда говорю не отождествляйте себя с этой болезнью вот есть болезнь а есть вы и когда вы становитесь наблюдателем вы со стороны можете более легко справиться с этой болезнью или болью но когда вы говорите моя болезнь моя боль вы становитесь с ней одним целым и вот тогда у вас нет ресурса чтобы с ней бороться чтобы выйти из этой эмоции, чтобы выйти из этой боли, чтобы выйти из этого, этой душевной боли. Поэтому абстрагируйтесь сначала, станьте наблюдателем и посмотрите на эту боль, на эту болезнь как бы со стороны. Но это уже специальные методики, да, где я еще показываю, как можно вообще со стороны посмотреть на свою боль. Поэтому вот эта смесь, она помогает сделать вот этот первый шаг, и она делает очень большую, Работу на уровне э, подсознания, на уровне психоэмоционального вашего состояния, да, чтобы. Э, ну, почему? Потому что часто человек, когда находится в боли, он теряет от этой боли голову. То есть, вот, ну, то есть он ничего не ощущает, ничего не видит, не слышит, кроме этой боли. А часто, конечно же, у него не бывает ресурса, чтобы разобраться с этой болью. Часто еще бывает так, что человек сопротивляется боли, избегает, посмотреть туда, да, то есть в эту боль еще дальше приписываются, добавляются какие-то страхи, паника. Ну, то есть было эмоциональное состояние, боль, сверху что-то произошло, и вот опять накладка. Потом еще что-то произошло, и опять накладка. И со временем вообще с этого состояния очень трудно выходить. Поэтому э, вот этот аромат он помогает разбинтовывать эту боль, помогает туда посмотреть, при этом сохраняя свой разум независимым, спокойным, собранным, да, когда вы становитесь наблюдателем за вашей болезнью, за вашей боли, помогает вам не поддаваться эмоциональной панике и физической боли. Но ну, насколько это возможно. И помогает вам э, вот, вот, взять этот ресурс, эту силу, это исцеление, заживление, безмятежность и начать с этим работать. Самое первичное применение деблю это вдыхание из флакона, распыление в диффузоре, в пульверизаторе масло мы разбавляем, неважно, это местное нанесение, аппликации, компрессы или же массаж, и массировать с этим маслом, вот очень важный момент, необходимо везде, где есть боль, не только физическая, но и эмоциональная. То есть вот даже можно, знаете, нанести, разбавить одну капельку смеси с одной капелькой кокосового масла, нанести вот сюда, на нашу сердечную чакру это проекция да, всех наших эмоциональных состояний, обид. И э, в сочетании с квантовой медитацией, которая, кстати, очень классно я записала на удаление тоже всего отжившего из вашей жизни, и прослушивать, и постукивать вот здесь, да, ну, втирать это все, ну, эту смесь разбавленную, и наблюдать, какие эмоциональные раны начинают у вас затягиваться, какая эмоциональная боль начинает уходить э, из вашей жизни. Вот так, это у нас была теория по а, диблён.